Так, ну я прошел железную заставу тут. Он даже не отмечается. То есть я пошел на норме. Слышите, да? Музыка затупила.
Дын-дын-дын. Самый мощный. Потому что он мечник. Все-таки не человек. Не очень. Особенно бар. Yeah!
там нам пока делать нечего. Но сейчас с охотницей поговорить, она нам будет давать задание. Нам надо дальше, как мы, типа, достойны. И снова здравствуйте. Добрый день для охоты. Да. Вы живы. Солнце на клинке. Добрый день для охоты. Возвращайтесь. Барышня. Привет! Оцененка, типа. Ладно, возьмем. Конечно, одну штуку. Ну и маленький червяк. Заходите. По стаканчику? Давай мы отдохнем. За эту тёлочку. Так, ладно, пойдем в канализацию спустимся. Проголодались? А, канализацию. Тебе таким мечом только хлеб нарезать.
Что-то здесь, здесь что-то изучали. Здорово. Мне нравится, что здесь кто-то что-то изучал. Птица, да, и вон паук, я уже не знаю. Есть.
вот. Thank you.
Да-да, сейчас я вернусь. Да. Все одинаковые, все три. Счастье-то какое! Убежавший бандит обронил этот символ. Он вам знаком? Это с железной заставы? Ну да, символ не военный. Мне он ничего не говорит, а вот к валу может. Он странный, конечно. Но если кто что и знает, так это он. Пока что он не очень рвался с нами разговаривать. Есть такое. Но теперь у вас появилась интересная тема для разговора. Это правда. Конечно, что же может случиться? А я все тут. Чего нужно? До скорого! Thank you.
Мне работать надо. Ну вот и работай, работай, чувак, что ты. Заходите. Ага. Закройте дверь. О, приветствую. Не принесли ли вы мне чего интересного? У железной заставы мы видели, как бандиты вынули меч из старого доспеха. Доспех тут же ожил и едва нас не прибил. А, да. Этот артефакт может творить чудеса. Особенно с другими артефактами. В смысле, с другими артефактами? Вам пришлось сразиться отнюдь не с обычным доспехом. Это был древний артефакт. Некогда он служил полководцу, носившему на себе проклятие самого Веруса. Да кто это, блядь, такой на? Что за Верус? Ну, заурядный архимаг, которому в голову ударили имперские амбиции. Да еще могущество кровавого демона в придачу. Он давным-давно помер. Ну, как минимум пропал. Так, можно сначала и поподробнее? Я же не историк. Если очень интересно, изучите вопрос сами. Ладно, но вот бандиты, они могут знать, где наши пропавшие друзья. А теперь у них еще и артефакт. Где нам их искать? Если ваши друзья попались им, то они будут в Хламограде. А это где? А это на восток. Почти прямиком на восток. Есть только небольшая проблемка. Помимо того, что наши друзья пропали, а у меня заканчивается терпение. Единственную дорогу на восток перекрывает бандитская пушка. Вам там не пройти. Если вдруг соберетесь, то я потом схожу и соберу все, что от вас останется. Предупреждаю, я с трудом держу себя в руках. Ладно, ладно. Есть один способ. Если, конечно, у вас получится снова запустить нуль станцию. Это телепорт какой-то? Точно так. Может закинуть вас в сухоземье. Малоприятное местечко. Так вы сможете подобраться к пушке с юга и зайти ей в тыл. А как с пушкой разберетесь,
Путь в Хламоград будет открыт. Но ли станция эта? Как ее починить? Если идти по восточной дороге, то чуть севернее пушки будет пещера Банок. В этой пещере есть манно-ядро. Борода божился, что починил бы нуль станцию, если бы нашелся ненормальный, который сходил бы за ядром. У вас ведь не очень нормальный, надо сказать. Так что сходите и принесите ему это ядро. Может, он от скуки даже займется станцией, и вы в мгновение ока окажетесь в сухоземье. Так, мы... Так... Этот разговор меня больше не интересует. А вот ваш интерес к алхимии пока да. Наш что? Ну, к алхимии же. Зачем еще вам было таскаться на железную заставу, если не за алхимическими ингредиентами? Но наши друзья... Мой алхимический стол всегда в вашем распоряжении. Только убирайте за собой, если разведете бардак, а вы его разведете. Всего хорошего! Ну, наконец-то! Так. Ну-ка, здесь что, заново появилось? Подает? Ой, да мы сейчас же тебя подарим. Пока что нам сюда нельзя. Нам вроде на восток.
Так, вот ключ от ворот. Сервонок. Так, ну на этом пока что я прервусь.